Аукционный дом Сотбис продаст самый большой из существующих в мире природных алмазов. Камень величиной с теннисный мяч весит 1190 каратов. За него организаторы рассчитывают получить до 70 миллионов долларов. Драгоценный камень нашли на шахте в 2015 году. Его назвали Лесиди-ля-Рона, что в переводе с местного языка означает «наш свет». По оценке экспертов, возраст этого камня более 3 миллиардов лет. Продадут его в Лондоне 29 июня.